поймали, поменяли новые колеса и поймали большой гвоздь. И теперь я стою, вот, там ремонтируют мою машину, нашу, то есть. Когда я меняла колеса, все четыре сразу, то я взяла гарантию, я взяла иншуранс на все четыре колеса. И теперь, и ровно через неделю поймала большой гвоздь. И сейчас они полностью меняют новое колесо. Позвали меня, по магазине ходила, слышу, называют мое имя. Показал мне, что он меняет мне новое колесо. Я типсы давала, $20, и он не взял. И... извиняюсь. У меня на всех чашках Слово Божие. Псалом 46, стих 5. God is in the Бог со мной, Он будет всегда меня охранять. Короче, Псалм 46, 5 стих. Такая чашечка на кофе. Я сходила, немножко скупилась, купила красивую майку для мужа и красивую майку с местным писанием для меня. И жду, пока мне поменяют колесо. Бог благословляет. Они должны его заклеить, но он мне позвал и показал, что он мне делает, ставит новое. Такой большой магазин. Вот, я еще пойду на цветы посмотрю. А с той стороны гаражи. Вот, друзья, у нас нету зимы. Просто я ставлю новые колеса, те уже стерлись. Я не ставлю зимнюю резину. То есть я месяц назад меняла. Потому что у нас нету зимы. У нас одинаковая погода, в Калифорнии нету зимы. Магазин не пускают без маски. Просто не пустят без маски и все. Просто без маски не пустят. Друзья, вот двери, и тебя без маски не пропустят. Я не знаю, как у вас, но у нас в США. Не хочешь маску одевать, без маски тебя не пустят. Пока ремонтировала колеса, еще купила. Вот, там сзади меня цветы. Я купила такие огурчики. Вот. Две пачки. Сейчас буду... Я люблю... Они сходят меня за одни сутки. Петрушечка. Я посадила, они меня... Холодно было у нас вот ночами. Огурчики. Они пропали. Вот там цветочки. Много-много. Они у меня пропали, и я буду делать новые. А там у нас, друзья... А, вон. Видите, какая большая. Какой большой магазинчик. Так, нужно искать, где моя машина. Вон заправляются электрические машины на электрике. Не на бензине, а на электрике. А, вон моя машина нашла.
Ой, забыла, что я с камерой. Вот поставили новое колесо, потому что в нем был гвоздик. Теперь сегодня поставили новое. Бог благословил. Без. Я $10 давала сначала типсы, потом 20. И он не взял. Пользовалась вот такой насос в машине. Подключается вот эта штучка сюда. И вот. Качать. Едем домой. Ой, жарко, надо раздеться. Друзья, я на своем канале и проповедую, и свою жизнь показываю. Вот. Тут у меня можно музыку включать. Больше не буду качать. Тут, смотрите, такая штучка. Тут и фонарик. И можно колеса качать. Тут показывает. Вот. Едем. Ой, забыла пристегнуться. Дорогие, я в Америке 30 лет. Именно в Сакраменто живу 30 лет. Сакраменто, Калифорния. Это моя вторая родина. Вообще-то наша родина вон там. Там наша родина, да? У Бога на небе. А здесь мы временно. А по плоти это моя вторая родина. Здесь родились мои внуки. Здесь я живу в одном городе уже 30 лет, друзья. В одном городе я живу 30 лет. И для меня это как родина. Вот, тут у меня показывает. Вот спереди. Ой, что-то я не туда руль кручу. Надо вправо, а я влево. О, сейчас правильно. Там у меня пока, вот, мне не надо оборачиваться. Вот. А когда я включаю же передние. Да, сейчас еще заедем на мойку машины. Если я включаю переднюю, то уже не показывает, друзья. Это сегодня такой ролик. Как Саня во Флориде, мне нравится. У него там очень много подписчиков, и он рассказывает все новости. И он говорит, когда начинает записывать видео, он говорит, я живу в Америке, в США 19 лет, и я рассказываю о своей жизни и о жизни других. Мне очень нравится, как он так говорит, потому что, а я живу в Америке 30 лет и рассказываю о своей жизни, только свидетельствую. Я свидетельствую о своей жизни,
что я пережила там, на Украине, и как я живу здесь. Каждый человек учится на своих ошибках, друзья. Нас Бог учит. И проверяет, и мы сдаем экзамены, и наша жизнь – это школа. Школа жизни. Я вот на плечо надела, а ремень не защелкнула. Не люблю, сейчас останавливаться надо. Поэтому оно у меня звук дает. Сейчас едем на мойку. Можно помыть машину, не выходя из машины. И выбросить мусор, не выходя из машины. Снять, как я заехала на мойку. Тут карта Сакраменто. И я еду на мойку. Тут заезжаешь, вон. Ставишь на нейтральную. Там девушка экстра еще моет окна. В Америке пока не спросишь, снимать нельзя. Вот смотрите, вокруг клумбочки, цветочки. Вот так заезжаешь. Сейчас я на паузу нажму и заеду. Если полиция будет, то, не дай бог, будет. Нельзя за рулем ехать и держать телефон. Муж отдыхает, а я поехала менять колесо, мыть машину. Так, зеленый светофор включился. Друзья, если доверять Богу с самого утра, все люди и святые согрешают. Хотела розочки вам красивые показать. А вот продается мексиканский магазинчик. Ой, такой маленький домик. Вообще, это домик? Не, наверное, не домик. Вот это наше Вест Сакраменто, смотрите. Похоже на большую деревню. Такие маленькие домики тут. Я живу на окраине города. Я очень люблю это селение. Тут живут много филиппийцев, китайцев и мексиканцев. Упс, этого включила светофор. Ой-ой-ой. Ой, ну что ж такое? Место. Вот так ехать за рулем и снимать видео — это очень опасно. Место поворота включила. Место поворота включила окно смывателей. Друзья, я 30 лет за рулем. Сейчас еду на внедорожнике. Я еще до выезда в Америку ездила на всех мотоциклах. Помню, мне было 17 лет, я была беременна 8 месяцев. И ехала на мотоцикле по шоссейке. Шоссе, да. И такие перевалы очень большие, дождь шел. И я ехала к маме в гости. Друзья, вот я живу, вот наши дома. Тут у нас китайский, смотрите, огород. Вот огородик такой. Зеленый, капуста уже есть. Вот наши дома начинаются. Здесь что такая мексиканская музыка играет. Вот мой дом родной. Так выглядит с этой стороны. Ой, сзади машина, сори. Вот это я заезжаю в свой дом.
Вот это наш дома, наши дома. У нас все русские. Тут живут все русские и все баптисты. Окей. Уехала с дому 8:30, сейчас 10:30. Друзья, мы пока мы живем на земле, во плоти, и мы должны, мы заботимся, покупаем продукты, ремонтируем машину, то есть меняем колеса, меняем тормозные колодки. Меняем масло, да, доливаем воду, доливаем масло, воду в радиаторе, масло доливаем, друзья, и все, обо всем нужно заботиться. И это такая жизнь. И во всем мы просим Бога благословения. Если просим, то Бог благословляем, если верим, и просим благословения. Вот. И так я провела сегодня утро. Оно было благословенное. Всем с Господом, друзья. Всех люблю. Драгоценные. Пусть Бог благословит каждый дом, каждую семью. Надеемся на Господа во всех наших проблемах, во всех наших делах и поступках. И тогда с нами будет присутствовать Дух Святой и Царство Небесное внутри нас. С Господом, друзья, всех люблю.